Научно-производственное объединение «Сады России» предлагает семена уникального розовоплодного биф-томата «Пинктрит». «Пинктрит» – томат японской селекции. На рынке розовоплодных томатов «Пинктрит» – это наиболее интересная новинка. Его плоды крупные, 200-250 граммов, отдельные до 400, ровные, яркие, с плотной, очень сладкой, очень нежной мякотью. Семена практически отсутствуют. Характерной особенностью сорта являются очень короткие междоузля, ранняя закладка первой кисти и исключительно высокая урожайность.